Наша задача быть лучшим дилером в России. Мы хотим стать первыми. Ну, а хотим быть лучшими? Ну, лучшая миссия. Этот проект нужен для того, чтобы клиенты нам доверяли, прежде всего. Ты не ошибся в том, что нам показать, и те деньги твои не оправдают. Ну, я могу так сказать, что у нас было и что сейчас, это не разные вещи. До этого проекта совсем по-другому, ребята, принимали машину, обслуживали клиентов. Я слышу отзывы самих сотрудников, что они стали интереснее работать. Как руководитель инспекслужбы, я вижу огромный результат от этой работы. Буквально за 20 дней есть результаты. Особенно это предварительное знакомство, мы добились того, что сегодня у нас полноценная электронная запись позволяет экономить время на составление заказа на ряд первую очередь. Мы изменили предварительную запись. Раньше, если мы принимали каждые полчаса, то мы стали принимать каждые 15 минут. Машин стало сейчас больше. А, конечно же, и средний счет вырос, и год работы список их расширился. Я начну с самого для себя важного. То есть, я считаю, это подвиг вообще. У нас заработала прямая приемка. Ну, явно из плюсов, что заработала прямая приемка полноценно. Раньше прямая приемка у нас не работала. Мы всегда приемки принимали на улице автомобиль, да? Она у нас была, но в такой форме. Так вот, есть дача, но на ней никто не ездит. Все автомобили на сегодняшний день проходят через прямую приемку. И менеджеры стараются не навязать, а именно порекомендовать. И клиент начинает доверять не только мастеру клиенту, но и сервису в целом, что это нормальная организация, которая от него не прячется и ничего плохого от автомобиля не сделает. Результат есть. Благодаря прямой приемке 117 тысяч. Только на части, да. За 20 дней проекта средний счет вырос на 15%. Это очень существенный рост. Склад запчастей – это отдельная тема. Мы пытались сделать идеальную ячейку. Сделали ее по размеру с объемом на месяц. И если этот объем меньше, чем сама ячейка, то здесь просто главное, что необходимо сделать заказ именно на этот товар. Мы углубились очень сильно в базу клиентскую. Прорабатываем подход к каждому клиенту индивидуальный. Уменьшились по времени. Отсутствие постоянных заездов, отсутствие жалоб клиентов. А мы подключили терминал, и практически 90 клиентов заполняют эту анкету уже с удовольствием. Да, мы, может быть, не сразу видим результат сегодня, да, но фундамент и те моменты, которые были заложены с тренером, они несут кардинальные изменения в клиентах. Когда узнали о том, что к нам приедет консультант, он будет нам включить, например, понимал, сколько мы можем, ну, что-то там сверху, какие-то обучения и так далее. А на самом деле нам привело. Когда приехал тренер, он сделал анализ нашего предприятия. Когда сейчас специально мы начали разбирать каждую позицию, до припадки до 11 или до 12 ночи разбирали, он вам показал, где у нас ошибки. Потом мы начали по клиентам прям проходить по этому замечанию. Мы расставили план-схему по этапу, что мы будем делать. Назначили ответственных людей. Он умеет доступно объяснять важность этого проекта. Он рассказывал, показывал. Он предоставил мне технологические карты. С чего начинать? Как говорить? Что консультант профессионал помогал нам во всем очень деликатно. Он персонал подготовил так, что персонал сам печатал этот проект, забегал свои идеи. Получилось так, что мы как бы сами это все делаем, ну, он как бы чуть-чуть нам подсказывает. Я как бы чуть-чуть подсказываю. На самом деле это очень хорошая консультация. Именно очень много существенных людей. Он там вектор такой просто направлял. Здесь есть политическая сторона этого аспекта. Сколько я не старался эти 10 шагов притворить в жизнь, консультанту удалось за 20 дней. Я рад, что у нас получился этот проект. Я думаю, что это теперь уже не жахнулся никаким образом, потому что это должно быть обязательно, потому что работать без этого будет просто-напросто невыгодно самому предприятию. Программа глобальная, и она нуждается постоянно в своем исполнении. Если мы видим, что это дает плоды, мы будем продолжать это держать на уровне, продолжать внедрение и разрабатывать что-то еще новое. Однозначно, по-другому быть не можешь. Thank you.